Tea Kusaka. Очень сильно удивился, когда японцы выиграли в героине. Многие фавориты проиграли. Ну что мне охота сказать сейчас, вот мой ученик сейчас вышел в финал. Это чемпионат мира, знаете, непредсказуемо здесь все. Здесь такие борцы боролись, на которые думали они выйдут. Вышли другие, представляете, это борьба, каждый раз кто готов, тот и выигрывает. Поэтому заранее предсказать, кто будет чемпионом, победителем, тяжело. Я рад за своего ученика, что он показал себя, собрался и вышел в финал. Ему тяжелее бороться было в том плане, что он чемпион мира, на него все настраивается, борьба совсем другая. Ну, пока все хорошо, мы вышли в финал, завтра постараемся порадовать всех наших казахстанцев и поднять флаг нашей страны, прославиться еще раз. Всем спасибо, кто болел за нас. In blue, representing Kyrgyzstan, Aksol Fatbudov. Его противник, Оплава за Киргизстан. Аксол Махмудов. Молодец, красавчик. Не успел выиграть, как уже оказался в плотном кольце болельщиков. Так его уже знают сколько, блин. Эмоции сейчас, да, такие эмоции, это очень трудно словами передать. Вот такой важный момент, я бы хотел поблагодарить всех, кто за нас болел, за нашу дружную команду, наш главный тренер Азат Эркембаев, Улук Карачулатов, мы почему-то Арсен Ралиев, я в том числе. Мы все дружно работали, и вот сегодня мы, кстати, подняли флаг на большой уровень, на весь мир. И хотел бы отдельно сказать, я еще помню, когда мы приехали с Олимпийских игр, Сагдарбек Бажоевичу, нашему президенту,
Как вам после Олимпиады начал спорт поддерживать? И сейчас вот чувствуется его поддержка, поддержка нашей страны. Я бы поблагодарил бы всех, кто имеет отношение к спорту. Алейкум. Урматтуу мен кыргызстандык мекендештерим, баарыңыздарга чоң рахмат. Канча деген алмарыбыз, канча деген дамаларыбыз, канча деген медреселерден каркелерибиз бизге дуа кылып, бизге жакшы калыс тилектер тилеп турулат. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун, силердин дуаңар менен бүгүнкү күндө чоң илдерге жетишип турабыз. Бизге кылган дубаларыңыздарды Аллах таалам эки эсе кылып кайтарып берсин. Жана ушундай эле мен үйбүлөмө ата энеме, мен агайларыма, баарыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Биздин алтындай болгон бактуу Алишо эжебиз күн түн дебей, түндө ойготсок түндө келет, түндө жардам берет. Чоң рахмат бактуу эже, массажисттерибиз, биздин командабызга деги эле баарыңыздарга чоң рахмат. Бул жерде канча бир шип болсо турса болот. Азыр чогуу түшөбүз. Давай, чыгарып алып алат. Молодец. Флаг.